Прививочная кампания от гриппа продолжается в автономии, причем в текущем эпидсезоне медики ожидают прихода новых штаммов. В планах поставить вакцину 98 тысячам жителей области. На сегодняшний день уже привились более 5 тысяч. Я мимо шел и вот сюда решил поставить прививку. Чтобы не болеть гриппом, я каждый год прививаюсь от гриппа. Усложняет эпидобстановку коронавирусная инфекция. В настоящее время 58% населения ЕАО привились от COVID-19. Но, по словам врачей, для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно. К тому же существует ряд противопоказаний между вакциной от гриппа и ковидом. Мы не можем в один день поставить прививку от гриппа и прививку от коронавирусной инфекции. Разница между ними должна быть 30 дней после постановки второй прививки от коронавируса. Или 30 дней после прививки от гриппа. Поставить вакцину от гриппа можно бесплатно в прививочных кабинетах медицинских учреждений, а также в дополнительно развернутых прививочных пунктах. Во всех муниципалитетах автономии их 44. При этом специалисты рекомендуют в первую очередь привиться все-таки от коронавируса. Дарья Куприна, Богдан Патрин, Денис Листюхин, Новости 21.